Сегодня рано утром, дорогие наши подписчики или просто зрители нашего YouTube-канала, к нам пришла очень ужасная новость о нашем любимом певце, телеведущем и просто артисте России Андрее Макаревиче. Все мы очень любили этого ведущего и певца. Многие до сих пор слушают его песни и ходят на его концерты. Сегодня рано утром с ним случилась ужасная трагедия. Он попал в жуткую аварию. Как говорится в сообщении, Андрей Макаревич рано утром направлялся на работу на такси. На перекрестке таксист не справился с управлением и нарушил правила дорожного движения. Произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. Водитель такси не пострадал. А вот для Андрея Макаревича пришлось вызывать скорую помощь, так как на нем были явные признаки телесных повреждений. Сейчас он находится в больнице. Ему медицинскую помощь оказывают врачи. Мы связались с одним из врачей, который на данный момент находится возле Андрея Макаревича. Он сказал, что ничего страшного нету. Легкое сотрясение и несколько царапин. Давайте, друзья, поддержим Андрея Макаревича. Будем надеяться, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Давайте подпишемся на наш YouTube-канал, нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром вы не пропустили свежий выпуск, который мы сделали для вас. Будьте с нами, друзья, и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.